Давайте так, чтобы немножко проснулся. Военмех! Лучше всех! Хотелось бы начать с замечательной новости. Мы знаем, что у нас есть замечательные космонавты. Гречка, Крикалев, Борисенко. И вот уже совсем скоро, в апреле, ко дню космонавтики, 9 апреля, наш выпускник, петербуржец Иван Вагнер отправится в космос. Тем самым пополнит плеяду наших замечательных, выдающихся выпускников. И давайте в честь Ивана, наша дружная гип-гип! Ура! 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 На днях вся страна праздновала День защитника Отечества. Впереди у нас с вами замечательный праздник 8 марта. Ну а сегодня день, который выпадает раз в 4 года, 29 февраля. В этот день наш вуз станет площадкой военмех «Опыт». Сегодня мы будем соревноваться на спортивных площадках, смотреть фильм, слушать исторические доклады, участвовать в масленичных мероприятиях, выполнять задания, получать призы, конфеты, блины, памятные подарки, бесплатный чай, играть в «Что, где, когда». Встретимся со мной, с Алексеем Михайловичем Кузьминым, с секретарем приемной комиссии, зададим вопросы, все интересующие вас, абитуриентов. И сегодня уникальная возможность для школьников, для старшеклассников попробовать студенческую жизнь, так сказать, на вкус. Не банальным способом, а в виде квеста. Так называемый студенчество-демо-режим. Вы познакомитесь с нашими кафедрами, с нашими столовыми. У вас будет сложная задача. Первая команда получит хорошие призы. Поэтому всем желаю хорошего настроения, позитива. И еще раз, военмех... Лучше на сцену приглашается под ваши бурные овации ректор Балтийского государственного технического университета Константин Михайлович Иванов.